Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Владивосток. И сегодня видеообзор из окна дома. Сегодня я сижу весь день дома. Смотрите, какой вид с окошка открывается. Сейчас золотой закат. Вон там дома свежепостроенные, еще стекла не вставлены. Где-то на ней будто золотое облако. Прямо передо мной. Порт. Можно наблюдать, как происходит загрузка и разгрузка автомобилей, автозапчастей, различных грузов. Слева видно золотой мост. О, видно, как движутся машины. Здесь у нас расположен Калина Молл. Снежная королева, вот видна. Вот такой вид открывается с этого окошка. Настоящий владивостокский вид. Самый, что ни на есть, типичный и зеленый. Вот и деревья. Кстати, их поломало. Видно. Крона деревьев поломала прошлогодним ледяным дождем. Туда видно новые строения Калинина 11. Раньше это дома назывались Калинина 13. Красивый закат. Там еще один порт. Там, кстати, какой-то баннер светится. Давайте посмотрим на него. Он мигает. Это Луговая. Остановка Луговая. Луговая, РБТ.ру, реклама. Туда можно посмотреть. Это у нас Акатовая. Ой, не Акатовая. Это у нас Баляева. Напротив у нас спуск на Шефнера. У тех домов красивый вид на залив Золотой Рог. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Вам не сложно, а мне приятно. Вот такой очередной интересный вид с одного из окон Владивостока, который вы наблюдаете вместе со мной. Спасибо вам за внимание. Представьте себя жителем города и что вы видите такую красоту каждый день перед своими глазами. Здесь еще лучший вид открывается зимой. А вон там сопка катит, давайте на сопку посмотрим, что там происходит. Там вон люди поднимаются на сопке, там стройка вот справа была, вот кран что-то делал. Там парк Нагорный находится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И увидимся в новых видео. Спасибо за ваше внимание.